Одесская облгосадминистрация выплатит всем ветеранам области единоразовую финансовую помощь ко Дню Победы до 5 мая. Каким будет размер выплат, определяет Кабинет министров. В этом году все, кто имеет отношение к Великой Отечественной войне, получат на 6% больше. В этом году инвалиды войны первой группы и жертвы нацистских преследований, которые имеют статус по статье 6.2, получат 2575 гривен. Инвалиды войны второй группы и жертвы нацистских преследований по статье 6.1 получат 2250 гривен. Инвалиды войны третьей группы получат примерно по 2000 гривен. Тем, кто имеет особые заслуги перед Родиной, выплатят более 2500 гривен. Участники боевых действий могут получить почти по 800 гривен. Семьи погибших жертв нацистских преследований могут рассчитывать на 400 гривен. Участники войны, бывшие узники концлагерей, получат по 145 гривен. И фактически с сегодняшнего дня эти деньги начнут поступать на личные счета наших ветеранов войны. То есть фактически выплату мы уже начали. На Одесскую область из государственного бюджета выделено 45 миллионов гривен. Разовую денежную помощь до 5 мая получат более 68 тысяч человек. Дарья Сидоровская, Алексей Чиповский, Думская ТВ.